детишек кормить буду. Ой, Иделька, Иделька моя, саду ягода малинка моя. Ой, мать моя, матушка, ты зачем меня на свет родила? Ой, Иделька, Иделька моя, саду ягода малинка моя. Уж ты умную талантливую, черноролую загадливую. Ой, Иделька, Иделька моя, саду ягода малинка моя. Обаятельные, очаровательные, наши прекрасные женщины. 8 марта вся планета отмечает женский день. Мы привыкли к нему, как к доброму и веселому празднику. Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших мам, бабушек, а значит всех женщин. В этот день принято дарить цветы. И примите от нас в этот день весенний букет, который состоит из музыки, песен, стихов и слов поздравлений. Ну а сейчас встречайте наших юных артистов, участников народной вокальной студии «Улыбка» Петушинского районного дома культуры, руководитель Татьяна Жигалова. Ваша аплодисменты. Светлый женский день, когда стихами
прозой или в песне поздравить женщин. Я брала часть поздравления от мужчин нам, женщинам. Правда? Пожалуйста. Дорогие женщины, искренне вас поздравляю с таким замечательным женским днем. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов. Я хочу поделиться с вами большой радостью. Совсем недавно в нашей деревне произошли два необычных события. У Валентины Прокоповны несмачные дети к нам. Был прекрасный юбилей. Не буду говорить, посмотрите, какая милая. Выходит к нам еще раз из рук. Такой же прекрасный юбилей. Идите к нам. Будьте здоровы, живите долго. Спасибо, что вы у нас есть. Это наши замечательные друзья, это наши активисты. Это люди, без которых не обходится ни одно мероприятие у нас. Как нужна ты мне, любимая моя,
мне, любимая моя. Так нужна ты мне, любимая моя. Без тебя все ненужным стало сразу. Без тебя ты мне, любимая моя. Так нужна ты мне, любимая моя. Замухла между именем твоим, и
Что я зову своей судьбой, связана.